Привет всем друзья, привет гости канала, привет фермеру Андрею, в общем, всем привет. Всем здравствуйте. Мы продолжаем с вами на карте RusMap Multifruit хозяйствовать. В прошлой части, как вы помните, мы там в коровнике немножко поковырялись, ну и вот сейчас нам нужно вот это вот поле все же дообработать. Андрей будет поливать его грязью, я его буду вспахивать и засеивать, так скажем, не вспахивать, а культивировать и сеять. В общем, погнали. Что тут долго рассусоливать? Погнали наших городских. Да. Работа не ждет. Тем более, что, как говорят, работа не волк, в лес не убежит, да, но за нас ее тоже никто не сделает, к сожалению. Типа того, да. Насчет работы много поговорок, от работы кони дохнут. Да. А один за сараем повесился. Мы уже знаем все. Да. Так, ячмень мы сеяли. Да, тут удобрено. Пошли искать, где не удобрено. А, так оно дело в том, что все поле такого какого-то темного цвета, неужели все удобрено? Я вот лью, оно пока не льется. Печально будет тогда, если оно все удобрено. Как ни странно. Только я не знаю, что в этом печального. Да потому что как-то мне самому тут кататься по полю неинтересно. Так, вот два трактора хотя бы, да? Как-то давай я буду рядом с тобой кататься. Просто так, бегать. Ага, так я сам, ружицы корчить. Да, чтобы компанию составить. А, так, ладно, сейчас погнали. Сейчас скажу, поле такое хитрое. Сложно сконструировано или нет. А, не, нормально, я на точку не поехал. Ну, да, сейчас так периодически пытаюсь слить, и никакого изменения в текстурах не вижу. Эффекта нет. Ну да, тут получается, что не то, что по пословице, что каслом машу не испортишь, да, то есть тут лей не лей, все равно урожай больше уже не будет. Поэтому, ну тогда, что ж. Тогда, значит, нам нужно просто следовать на ферму и что-то там делать. Но я все-таки пару-тройку проездов сделаю туда-сюда. О, как все красиво выглядит. Когда включаешь F5. А, F5. Правда, если у тебя включен режим разработчика. А, да. Красиво, правда, конечно, действительно. FPS жутко садится. Прям как из фильма «13 этаж». Там то же самое было. Зато удобно триггера искать. Да. Нажимаешь триггера, все видно, если, допустим, особенно когда вот картошку набирать под транспортером. О, да картошку набирать — это вообще цирк. Ну да, а то, чтобы не выцеливать. Включил его, посмотрел, все нормально. Если бы я знал раньше, когда снимал еще Хагенштадт, что можно было вот это вот нажимать, я бы, конечно, так не мучился, когда набирал эту самую картошку. Так, ну что ж такое-то, а? Че она постоянно тут заедает, эта селка? F4 тоже веселая. Ну, F4 не настолько, как F5. Ну, тоже так ничего. Фильм ужасов. Ты там далеко поехал? Да нет, ты же сказал на ферму, я отполз в травку. В травке поваляться. А, понял, пойду пну. Да, пнуть тут так хорошенько нужно пнуть. Бегу, бегу. Не веришь, бегу. Да, что там не верю, верю. Летишь на всех парах. Вот, у меня, конечно, ощущение, что я пешком быстрее, если прибежал бы. Я же говорю, что на всех парах, как это. Надо пнуть его в ту сеялку. Паровозик. Да, желательно в ту. Она у тебя, кстати, не пустая? Нет, все полные. Ну, 30%. Немного, конечно же, но... Так, как у тебя грамотно пнуть? Ну, не знаю, насколько это грамотно получилось. Так, ну сейчас попробую проехать. Нет. Не так. Совсем грамотно. Так сделать. Пни, попробуй. Развернись и вот эту же пни, но только вот в сторонку в эту. Ну, короче говоря, вот сейчас я выбегу, покажу. Я понял. Ух, как его же зашвыряет. Вот сюда, да, вот сюда. Ага. Ну-ка. Опа! Хорошо. Это должно быть оно. Да, 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 это оно даже невооруженным глазом видно, что оно. Я думал, что ты еще и меня не утащил за собой. Так, сейчас. Чего-то ехать? Надо назад сдать. Ой. Чуть-чуть буквально. Сейчас. Не пугай меня. Сейчас, стой, не этот. Я попробую отъехать.
Нормально. На бок мне положил, и все вроде как. Все, ну и практически без фейлов там получилось у нас на поле. Все. Благодарствую. А я далеко не буду. Я далеко не буду убегать. Да, знаем мы эти селки, да. Ну, я еще один проходик сделаю, потом все-таки отложим. И сбегаем, что-нибудь интересное поделаем, потому как вот так вот. Кстати, коровки, как ты планируешь их кормить? Поступило предложение поставить, и ты, по-моему, об этом уже говорил, микшн-станцию. Хорошее предложение, я полностью с ним согласен. Кстати, она у нас есть? Если она где-то есть, то ее нужно долго и нудно искать, мне кажется, потому как я не в курсе. Ты имею в виду, у нас она есть, у меня-то она есть, что ее искать? Ну, значит, тогда заливай ее, и мы в следующей части будем осваивать вот эту вот, да, штукенцию. У нас ее немая. Да, да, вот сейчас в данном случае нет, конечно, потому как я пытаюсь Сказал бы, я в магазине не рылся бы. Не, ну я думал, ты знаешь. Я просто по минимуму ставлю моды, Андрей, чтобы оно, знаешь, ты же сам знаешь, с этими модами. Знаю. Вот. Те, что мы их не используем, я их стараюсь просто не ставить. Чтобы меньше было, так скажем. Ну, ты понял, чего было. Было меньше. Да, его самого. У меня на языке крутится только грубое слово, но мы же договорились, что грубости мы тут не применяем, поэтому. Вот, как-то так. Слушай, а чего я зря солярку жгу? А ты знаешь что? Ты бы мог солярку зря не жечь, а съездить. И что тут нам продавать нужно? Нужно много чего нам продавать, короче говоря. Сейчас я посмотрю, что там у нас на складе. В общем, нам нужны деньги, нам нужна техника покруче, чем вот это. Я уже, откровенно говоря, подустал от этой отечественной техники. Знаешь, ты не один, кому нужны деньги. Ну, это так. Так, у нас ячменя 70 тонн. И я, опять же, сею ячмень. Поэтому можно свободно ячмень продавать. Хотя бы, ну, пару ходочек сделать, пока я тут... Сейчас запросто. Где-то тут этот был тоже... Завалящийся. Туда-сюда езжу. UMZ. Да, UMZ все-таки побыстрее, согласен. Опачки. Танцы с бубном. Чего? Да этот танцует, погрузчик танцует. Я так прикольно танцует, мне тогда. Жаль, я не вижу отсюда. Аси. А ты в него переместись. Я выскочил. Он и сейчас танцует. Опа, опа, классно. Сейчас такой музычек поставит, да, 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 да. А YouTube забанит. Я вылезу, а то что, подумает, что-то не то. Так характерно трясется он там, знаешь. Нет, даже один в кабине. Я бы вышел. Оп, оп, классно. Не иначе перекачали колеса. Круто. Так, раз я уже вылез, не хочу я туда. Ладно, придется вернуться, потому как там трактор солярку понапрасну жжет. В общем, мы тут решали. Сейчас, короче говоря, мы никак с тобой, да, что тут, не покормим их, что ли? Кого? Коров. В смысле, не покормим, почему? Да, кормленные коровы, да, вот, по крайней мере, я вижу, что-то тут у нас... Что это было? Ух ты, это... Чё ты творишь, Андрюха? Я вообще ничего, я руки даже убрал. Ужас, это что? Люди, я уйду. Не валяшка какая-то, отходи оттуда, мне страшно становится. Да я выйти не могу, вообще. Я всего-навсего начал поднимать этот самый... лопату. Офигеть, вот это как раз, да, я начал серию с того... Ты так интересно там лежишь, сидя лежишь, как-то так. Это, знаешь, похоже на какую-то рыбу, которую выбросили... На берег, да. И он продолжает прыгать, ну, гэдь, 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 гэдь. Ага. Класс, слышь, мне даже... Это было бы смешно, если не было так грустно. Так самое главное, кажется, еще колеса проворачиваются, когда он вот так вот вверх. Да, да, точно, проворачивается. Вы не слышал, куда я поехал? Да. Я скажу, продавать поехал. Его? Да не его продавать. Ой, да что ж с ним творится, а? Нет, я сейчас на нем далеко не уеду. Да, я вижу. Это жесть. Слушай, мне что-то всегда будет на технику везти, а? Ну, я где-то там с поездами встречаюсь. В общем, походу... В общем, что-то он начал заплясывать, непонятно его почему. Его влево ужасно утягивает. Да я вижу, подпрыгивают колеса, там он на бок завалился.
Но, ребят, я уверен, что вы такого не видели. Да, я это покажу еще раз. Это... Офигеть. Я подальше отойду. Чтобы не прибили тут. Сам видишь, что я же ничего не делал. Может, ты хочешь внутри ощутить все эти прелести? Ну-ка, давай. Это интересно будет посмотреть. Песни и пляски народов севера, да? Так, ладно. Поехали. Ну просто видишь, утянет, так блин, даже отсюда видишь, его утягивает. А куда ты собирался ехать? Продавать его за шмиги. Вот, пошел отплясывать. Опа. Круто. Это нечто. Опа. Это как песня, да, которая набрала там миллиард просмотров. Опа, Gunman Style, да? Вот так у нас этот... Я все бросил, я к нему больше никто подходить не хочет. Так, я хочу его заглушить, что ли. Может, там как-то, не знаю, перебеситься. Может, его пнуть хорошенько. Ногой? Нет, чем-нибудь таким. Тяжелым. Чтобы он, да, на орбиту залетел, как комбайн. Да. Хоп, стоит сборен, оба. Красиво же. Ну так не каждый день такое увидишь. Ожил. Короче говоря, это как в фильме «Трансформер», да? Смотри. Опа, Лёха. Сам, да? Чё творит? Офигеть. Слушай, а если F5 включить? Не могу включить. А, все, могу. Поверяю, что с ним творится-то. Тут такой нормально. Опс! Есть. Да, ничего там нигде, никуда не заходит. Вот я тоже включил. Коллизии все на месте. Да, и у него, кстати, перекошенное самое. У него все перекошенное. Перекошенное? Сейчас посмотрим. Да, все перекошено. Особенно вот и ковш, где видишь, вот сейчас триггер перекошенный у него. А, да, триггер ковша. И как раз он хватает за землю. Ага, понятно. Что, надо пробовать поднять ковш. Вот почему он и подпрыгивает. Легко сказать попробовать поднять. Мне значит для начала как минимум запрыгнуть. Ну давай, я рискну. Или ты там. Ладно, ты нам еще живой нужен. Так, подним. А, стой, я же подниму и так ковш. Понятно, но он все равно, то есть, да, перекошен все равно, вот ты видишь, перекошен. Да? То есть явно какой-то глючок тут у нас в скриптах или в чем, короче говоря. А ковш мы никак не можем продать и купить наново потом. Не, он к нему намертво. Прикручен. Приваренный. Опа! Да, я вижу, да. А вот интересно, что это тут... Слышь, офигеть, слышь, да. Я внутри, мне, наверное, сейчас тошнило бы. Да, я так думаю, что там кирпичи можно было бы наложить, не слабо так, если... Я вот смотрю... Дорога мерцает. По F5, Андрюх, ты как раз подъезжаешь под вот этими вот какими-то прямоугольниками, вот здесь вот над дорогой. Что это может быть такое вообще непонятно? Посреди дороги. Да, сейчас нормально пошел, фу, вроде отлагало. Но все равно его жутко тянет влево, приходится постоянно подруливать. Ну, скорее всего, все-таки там где-то что-то осталось. Хотя бы... Мне просто неохота его продавать, так как денег у нас не так, чтобы очень уж много. Нет, да не, вроде сейчас отвисло. Сейчас вроде... Ага, сказал отвисло. Ладно, попробуем. Может, с прицепом его не будет колбасить. Да будет. Скорее всего, будет. Я так думаю, что нужно все же его продать, новый купить. И новый, я имею в виду, что вообще новый. Ну, совершенно новый, ты понимаешь, о чем я говорю? Понимаю. Ты на Урсус, ты к Урсусу склоняешься. Да. Ну не к Лизарду. Ну не к Лизарду. Не-не-не, не к Лизарду, к Урсусу, скорее всего. Хотя, конечно... Там и трактор, и я думаю, что по идее у нас должно хватить. Ну-ка, давайте проверим. Чтобы не быть голословным. Маленький. Хотя у нас такое хозяйство, нам этого ковшика пока за глаза хватит. Да, собственно, это же тоже небольшой, да, вот. Сколько у этого? Полтора? Да, полтора куба. Хэтэзовска. А у того три или пять даже. Ладно, не прыгай, я же не могу подъехать. Врешь. Тоже на принцип пошло. Типа на слабо пошло. Ах ты ж, елки-палки, понятно. Денег не хватает все равно, да? Не-не-не, я, оказывается, Урсус почему-то у нас оказался не подключен тоже. А, может что. Да. Ох, какая веселуха. Аба. О!
Не, это надо видеть. Я выхожу, хочешь, посмотри. Ну-ка. Хороводы. Вот это да. Короче говоря, сегодня, я так подозреваю, у нас никакой работы не будет. Сегодня мы просто веселимся. Это действительно веселье. Предпраздничное. Да. Говорил же тебе, не лей бабушкин самогон. Послушал. Ну, я думал, он резвее будет, а он действительно стал Он все стал резвее. резвее. Еще и кружится, это в танце, да? В общем, Андрей, давай, мы знаешь что, так как Урсус у нас не подключен вот в данный момент, наверное, все-таки мы чем-то другим займемся, а в следующей части мы все же купим этот Урсус, потому как я хотел бы его взять. Запишите его, что ли, для разнообразия. Уже рискую запрыгнуть. Нет, ну врешь. Все равно поеду. А я поеду. А мы поедем на север, мы поедем на север. Отцепляйся, мне жалко смотреть на мои прицепы, которые там сейчас в щепки просто разлетятся. Ладно, уже с трактором, фиг с ним. Вот, и, пожалуй, если тебе удастся... Офигенно. А ну-ка, Изумиться в пакет. попробуй на двух колесах покататься. Сможешь или нет? Вот, Это что делать? Ты хочешь, чтобы я если тут... вперед поедешь, вперед. Да я пытаюсь, бесполезно. Кто ты хочешь, Да. чтобы я цирк веселее устроил? Да, Тайки за хотелось. шубу. Хотелось бы. В общем, езжай на этот, на магазин, продавай. Я на это смотреть не могу. На этот цирк. Блин, только подумаешь поработать как-нибудь, как сразу же какая-то нерабочая атмосфера у нас тут. Ты куда поехал? Я уже смотрю, у нас случайно курсплей не стоит. Откуда у нас кроссплея нет? А нет, косплея нет. Так, попробую отключить GPS, может поможет. То есть он еще и сам ездит у тебя, да? Еще говорю, его такой раз смотрю, вправо поехал, хотя вообще его не трогаю. Это было бы интересно, если бы он влево ездил. Поле номер 8 продается. Да. А интересно, почем и А, какое? интерес. И где? Интересно, и где? Первый вопрос, где, потом уже... Ну, О. сказать, далековато, но неплохое поле. Да поле-то хорошее, но... Это, по-моему, в районе биогаза. Да, но как-то далеко оно. Я даже не знаю. Чего тут далеко? Вот второе, шестое, вот восьмое по диагонали. Я понимаю, что ты исправляешься, иначе стараешься ездить по дорогам. Так, ладно. Ну, по дорогам я не всегда езжу. Кстати, а Баба Яга все равно считает навеску на крон читерством. А ты читал в комментариях, там написали, Нет. что оказывается в Германии вот это вот уже давно применяется, потому что они раньше тоже срезали вот зерновые и делали из них силос, а потом вот вроде бы как бросают какие-то ферменты в солому, она ферментируется, получается силос. Выставляешь за магазин. У меня вопрос, а я до магазина вообще доеду, в принципе? Ладно, давай мы вот Остановись, так, стой, стой, давай, брррр. Дай я слышишь? выпрыгну из него, то я сейчас, извините, изображение точно здесь на стол сделаю. Андрей, давай вызовем менеджера, пускай он сам справляется с магазином. Пожалей менеджера. Не хочу их жалеть. Они там Злой! ничего не делают. Да, они Злой, там... а? Как не зайдешь в магазин, они там просто вот ходят по магазину и в потолок плюют. Поэтому пускай хоть что-нибудь сделают. Давай, ладно, уговорил. Фу, у меня реально голова закружилась. На это смотреть. Да, я думаю. Так, ты Живет. сможешь его продать? Я? Да. Ну, если Я тебе не так. помню, там разрешено, не разрешено. Так, модификатор там стоять. А, ну все правильно, там дам-дам-дам. Объекты, животные в собственности. Так, продать. Да? Отлично, продавай. Уже. Уже 68 тысяч. Было 66, стало 68 у меня. То есть 2000. Четыре. А, понятно. Ну, за такую рухлядь вообще хорошо, что... То Все. есть, фактически он пошел на металлолом у нас. Вот теперь у тебя все по должно быть как есть. Да, все, чики-пики. 70 тысяч. То бишь, должно, возможно, хватить нам на Урсус. Ладно, В поехали конце тогда концов. продавать ячмень. Да, нужно продать как минимум, ну, не знаю, прицепа 2-3. Ну, вернее, две-три ходки сделать. Надеюсь. Я так хотел, наверное. Да что ж такое, а? Только А, не говори, все. что и следующий трактор тоже. Ты знаешь, я не буду это говорить, но я не могу банально сорвать всю эту нашу сцепку. Тир и прицеп. Значит, отцепиться.
Если отцепиться, я тоже это не могу сделать. А, стоп, я не то отцепил. Так, ну ладно, я пока не буду комментировать. Посмотрим, что там у тебя получится. Или нет. Не, если отцепиться от тела, то все нормально. Поехал. Но с телом и с прицелом я не мог сорвать. Да. Техника живет своей собственной, никому непонятной жизнью. Вот так вот. И мы в этом сегодня с вами убедились. А вы, ребята, говорите, почему мы не играем с вами в сетевую игру? Вот вам ответ. Да, и в сетевую игру, мало того, что вот не сразу Андрей зашел ко мне в сеть, вообще подсоединился к этой игре. Не на удивление быстро, кстати. Ну, один раз, да, один раз такой фейл был, второй раз зашло, но вообще бывает такое, что мы долго этим занимаемся. Вот именно, что этим занимаемся. Да-да, причем в извращенной позе. Да, поэтому по сети играть, да еще с тем количеством людей, которые хотят сыграть, я, конечно же, вас понимаю. Ну, то есть я сам бы, да, наверное, тоже хотел бы с кем-нибудь сыграть, но это очень долго и много времени занимает и нервов. Да, конечно, есть такая задумка, но, в принципе, я думаю, что к тому времени, когда эта серия выйдет, я так сказал, к тому времени, как будто я знаю, когда она выйдет. Завтра. Завтра, да? Да. Завтра. Людям нормально, люди, она выйдет завтра. Не знаю, конечно, когда у вас наступит завтра, у нас он наступит завтра. Да, дальше я не успею. То я уже и моды приготовил, она и Яндекс залила. Хочу попробовать с подписчиками поиграть. Уж не знаю, что, конечно, из этого мазохизма выйдет. Мне кажется, я об этом пожалею. То есть ты хочешь несколько человек взять так, рандомно, да, или как? Да, по принципу пароль, название группы. То есть все, кто захотели в данный момент присоединиться. Да, да, да. Ну если будут ребятки баловаться, то извините меня. Я знаю, где находится кнопка заблокированная. Прицепы так стоят, что я даже не могу понять, а какому прицепу подъезжать-то. Так. И а как ты. Вот идея хорошая, ты знаешь, идея мне понравилась. Как ты насчет модов? Ты вообще их не будешь ставить? Я так правильно понимаю? Правильно, не совсем правильно понял, но по минимуму. То есть скрипты будут, естественно. И косплей в том числе будет, потому что я буду играть сам, ну а потом, кто желает, может подключаться. Уже как... Знаешь, как тот кот вокруг банки, я лучше буду сразу и посмотрю, где вообще цепляться-то. Потому что это как бы еще так. И потом люди просто заходят, ну естественно, в группе делаю объявление. Понятно. И люди заходят, скачивают эти моды, и если могут, то подключаются к тебе. Да, да, да. Пароль — это самое название группы. Это будет, как, по крайней мере, сократить до минимума левых людей. А, все, вот он вышел, нашел. Ну, я тебе сразу же скажу, что как только выйдет видео на Ютубе, тебя просто завалят тогда предложениями еще раз сыграть. То есть в группе это, конечно, хорошо, а лучше бы, конечно же, на Ютубе сделать объявление, чтобы... Сразу же, так скажем, пресечь, да, чтобы сразу же все узнали. Потом просто увидят видео и потом будут говорить, а что ты нам не сказал, а что мы там не знали и так далее. У них проблемы, извините за выражение. Конечно, ну... понимаешь, что я толерантностью не отличаюсь, мне это уже многие говорили. Ну, в том числе и ты. И ты в первую очередь говорил. Не помню. Говорил, ну ладно, да, наверное, говорил. Может. Нет, ты не говоришь, что я не отличаюсь, я сказал, что надо быть толерантнее. Заставил меня в Википедию посмотреть, что это слово означает. Я думаю, может, меня уже обматерили, на чем следствие. Уже заготовил там какую-то заготовочку такую, да, тоже сказать. Потом почитал, да не, вроде нормально. Так, ячмень. А где у нас ячмень? Нельзя было с этой стороны еще табличек навешать. Не говори, отсюда как-то значительно лучше было бы. Сейчас выскакивай, беги, смотри. По-моему, вторая. Мне, по-моему, проще подъехать и посмотреть, что будет сыпаться. Тут еще и это растет, как ее зовут? Скажу. Редиска. Сорга. Нет, редиска. Сорга, а я даже не знаю, что это такое, как оно выглядит вообще. Аналогично. И с чем его едят. Так, это, о, надо же, угадал, это ячмень. Такое волосатое, это же ячмень? Да, да, волосатое это ячмень. Насколько ж низкочетное упало в глазах твоих и своих подписчиков. Крутой фермер Андрей, а волосатый ячмень? Ну все это знают, о чем идет речь, да? Переводить не нужно. Хорошо, они хоть... Во-во-во, хорошо, надеюсь, ни у кого не возникнет желания сказать, что нет, волосатый немножко другое.
Ну ты знаешь, есть такие педанты, вот в комментариях иногда встречаются. Что-нибудь там скажешь не так, да? Вот заправляется бензином трактор. Тут сразу же укажут. Соляркой. Да, соляркой, ты не прав. Кстати, я сейчас смотрел и просто офигевал с того, как долго у тебя кейс заправлялся соляркой. Да я сам, я по 5 минут там сидишь, ну, грубо говоря. Да. Это преувеличение, конечно же, но вообще нереально долго, я не знаю, почему так долго. Реально кейсы так кушают топливо. Слушай, я поехал, куда я вообще поехал? Даже по своей, где это нормально продается, то есть не несешь на ближайшую точку. Кажется, там одна точка у нас. По ячменю? Да, я не уверен, сейчас посмотрю. И хлебзавод, и мил, но разницы никакой, в апсо... А, ну так тогда... А, еще торговый склад, но там меньше. Где ближе, то туда. А где ближе у нас? У нас ближе. Хлебзавод. А где у нас вообще мельница? Это элеватор, да? Да, да, это элеватор, там далеко, мы туда ездили. А, все, хлебзавод. 95, да. Хлебзавод это где-то в районе магазина, грубо говоря. И цена по чуть-чуть растет, вроде бы как. Так, ладно. Тут у меня опять проблема нарисовалась, но я уже сейчас попытаюсь ее сам разрешить, эту проблему. Сейчас подъеду, пну. Да не-не, я... То я, честно говоря, когда глянул сегодня на свою статистику, когда последний раз заходил в фарминг, офонарил, четверг. Я думаю, что мне так ломает? До этого Магадан скачал. Как-то уже научиться нормально делать игры, ну не сырые же выпускать, ребята. Ну, сырые сейчас тенденция, сырые выпускать. Не такой же степени сырые, что там... Черт, за голову хватались. Но на ДТС на высоких настройках идет более-менее нормально. Фарминг на максимальных настройках на ультра идет нормально. То есть на минимальных тормозит. Странно, да? Более чем. Причем это не важно. Причем идет запись, не идет запись, он тормозит. Причем одинаково хорошо. 14 FPS максимум, если много нажимал. Так, на хлебзаводе, если мне память не изменяет, по-моему, не сквозной проезд. Не сквозной. А, сквозной. 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 А где же у нас не сквозной был? А, это, по-моему, на магазине продавать картошку. Да, да, там такой закоулочек вообще нереальный. Каморка. Зачем ее такое сделали, там непонятно, но тем не менее. Так, ну доеду я сегодня, интересно или нет. До конца на своем тракторе. Такие. Доедешь, у тебя выбора нет. Да, наверное. Вот, все, пошло. Как не селки пляшут, так трактора у нас пляшут. Как не одно, так другое. А лучше пускай сейчас твои селки пляшут. Чем трактора, да, мы, такое... да. Их мы уже научили усмирять. Ты знаешь, мне нравится такое выражение. Моя жизнь никогда не будет прежней. Вот так. И у меня, да. Когда я увидел этот трактор. Я, кстати, не первый раз это слышал. А представь теперь себе на минуточку, что ты видишь это на улице. Вот такой вот трактор. Без водителя. Я думаю, что в дурку это обеспечено. Вот однозначно. Я бы сразу первым делом побежал психиатру бы. Освежите меня и изолируйте, я опасен для общества. У меня трактора пляшут. Да. И тебя вылечат, и меня вылечат. Тебя вылечат. Да. Володь, так он, скорее всего, и было бы. Ну или можно было бы подумать, что нашествие этих, как трансформеров, у нас на планету. Немногим лучше, тоже дурка. Однозначно. Если бы ты скажешь, на нас напали трансформеры, даже просить не надо, тебя сразу тут уже... Видеть ничего не нужно, да? Просто да, можно сказать. Приедут ребятки и культурника, тебя так в халатик беленький завернуть. И отправят. Да. Да, ты в какие трансформе? Поехали ты с Наполеоном лучше поговори, с Кутузовым. Так, я у меня дорогу сюда поехал, вопрос. А я вообще принадлежал, что сюда поехал? Ну, в принципе, ничего смертельного, конечно, нет. Так, я сейчас немножко передохну от этого грохота трактора, сбегаю курочкам, посмотрю, не снесли ли они там яичко, и пойдем мы, наверное, сделаем с тобой, как там, полудник или как там называется, да, до этого, до обеда. Кофе тайм.
Да, что-то такое. Кофе тайм, а у нас будет яйца тайм какой-нибудь. Нормально, да, кофе тайм. Это да исконно русские говорят. Конечно. Так, да, яйца есть действительно. Немного, но есть. Три. Потому что, наверное, утром зашел сразу, да? 4-5. Да, ну а как же? Яйца решулюм, да? С ножом к горлу так подошел к курке. Яйца или нет? Так, 7 штук, кажется, мы собрали. То есть хватит на первое, на первые пора, да. В общем, тогда мы на этом будем прощаться и встретимся в следующей части, где будем покупать новый Урсус и будем также вот этот аппарат, о котором говорил Андрей, который нам поможет коров кормить. Я пока что плохо себе представляю, но на то у нас и Андрей, специалист по вот этим вот всяким аппаратам. В общем, всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. До свидания.